Могла прыгнуть дальше. Молодец, Вулета, умница. Тоже я за нее очень рада. Конечно, для нее вот после чемпионата мира, после вот этих как бы 2 лет, очень важно было, да, тоже победить. В спорте бывает, надо всегда быть к этому готовой. К сожалению, Европу она одержала в Амстердаме в 2016 году, 6.94 она там прыгнула. До этого были только вот все. Ну ничего, прекрасные соревнования, 2 результата за 7 метров и 6.80 у Сайерс. Ну и нам осталось посмотреть только одну попыточку Джанмарко Тамбири. Жар. Но я думаю, мы восхитимся еще этими парнями. После попытки Насти Мирончик-Ланой второй выход в сектор. 6.33 на данный момент у нее на лидер соревнований, но хочет больше, и мы поддержим ее в этом желании. Вот это уже интереснее, это уже чуть получше, хотя я думаю, что и этой попыткой Настя не очень довольна будет. Зная, насколько она максималистка в принципе по жизни. Тоже не очень получается эта попытка, тоже где-то в район 6.6. Ждем замены. Результат Анастасии Мирончик-Ивановой. Шесть 6.62. Но действительно было визуально видно, что примерно. Сейчас может и быть лучше Están agrupados los mejores marquistas en esta prueba en los 150. 150 meters men, so we say heat 8, heat 1. 150 meters men, so we say heat 8, heat 1.
Simplemente me bajo mi blog, me vas a poner que esto no tiene tanta. 70, 70. Ja he avisat. Prova, són 6 metres, posa la mascareta, el guanyador, el ruixat, si falla. Està en la fundació. Tyvärr får vi inga resultat, vi kan inte ge några heller. Fatima Diame från Spanien var där. Då fick vi en längd också, 6,64 för att vi kan inte ge några heller. Diame från Imadiam, spanjorskan, de ligger tvåa. Ja, det var en funktionär i vägen där precis vid slaget där, men det såg ut att vara... Han satte ner sin stol strategiskt där framför kameran. Funktionären där. Men det såg långt ut. Ja. Ja, det var en funktionär i vägen där precis i slaget där. Ett kryss där. Hon har haft fyra övertramp efter sina inledande 6,64.